В начале выпуска срочная новость. В Петербурге произошло возгорание в общежитии на проспекте Стачек. С огнем вышли бороться десятки пожарных бригад. Возгорание распространилось на площади около 700 квадратных метров. Тут очень узкие вот эти внутридоровые проезды, да, и вот очень много было машин. Здесь не подъехать было ни нашим машинам, ни каретам скорой помощи. Нам пришлось на руках эти машины сейчас вот убирать, выносить, чтобы скорая помощь могла подъехать непосредственно сюда. Было эвакуировано более 50 человек. На данный момент о количестве жертв не сообщается. Пожару присвоен третий номер сложности. Причины происшествия пока неизвестны. Здание принадлежит Кировскому заводу, и там проживают в основном сотрудники этого предприятия.